Добрый день всем нашим посетителям, а особенности посетителям тем, которые постоянно заходят на сайт Фельдман Экопарк. Сегодня мы решили запустить небольшой видеопроект по территории Фельдман Экопарка. Мы будем встречать всех детей, всех гостей парка и пытаться задавать им различные, возможно, каверзные, а возможно, очень серьезные вопросы, связанные с животными. И поэтому посмотрим, какие ответы у нас получатся. Ну что, поехали! Почему кролики постоянно что-то жуют? Потому что у кролей языки чешутся. Потому что они всегда хотят кушать. Чтобы зубы точили всегда. Зачем коту усы? Чтобы почувствовать поверхность. Ну, будто это какая-то засохшая трава, когда охотятся на воробьев или других птиц. Нюхать, обоняние, при помощи усов, наверное, воспринимает запах с помощью, ну, как нюха. Ну, как... Усами нюхают? Не знаю. Зачем тигру черные полоски? Ну, наверное, для того, чтобы выделяться из других животных. Чтобы маскироваться, чтобы поймать, как это, пищу себе. Зачем плюют верблюды? Чтобы отогнать хищника. Ну, не может глотать. Он так защищается. Потому что ему так хочется. Ну, вообще, говорят, верблюды плюют на тех людей, которые им нравятся. Говорят такую штуку, что лошадки спят стоя. Это правда или вранье? Вранье. А почему вранье? Потому что люди не знают, как лошадки спят. А почему они спят стоя, не знаешь? Нет. Им так удобней. Так удобней, хорошо. А ты пробовала спать стоя? Нет. Но солнце лучше загорать лежа. Не, ну так и лошади же не загорают, они спят. А вдруг они загорают, когда спят? Какое животное является божественным в Индии? Акула. Слоны, да? Они любят слонов и поклоняются им. Зачем у пеликана такой большой клюв? Что, больше еды туда помещалось? А он вот так вот как это, ловит рыбу, тут ее вот тут в своем мешке держит, ну как это, ну ловит он ее так. Чтобы переносить там рыбу в воде, он пьет воду и вместе с рыбой потом держит ее во рту. Кто сильнее, тигр или крокодил? Крокодил. А почему крокодил? Потому что у крокодила крепкая челюсть. Мне кажется, это будет тигр. Крокодил, он находится ниже, ну как бы по росту. Он будет ползать на земле, а тигр может просто прыгнуть на него сверху, начать царапать и укусить. Зачем павлину такой шикарный и красивый хвост? Чтоб павлин был красивый. Но чтобы привлекать внимание. Чье внимание? Людей и других животных. Чтобы привлекать девушек. Девушек-человеков или девушек-павлинов? Павлинов. Как называют ребенка овечки и барашки? Гребенками. Смотри, а вот если когда-нибудь в будущем будет такая ситуация, что ты сможешь превратиться в любого животного, в какого животного ты бы хотела превратиться и почему? Ну, я бы хотела превратиться во льва, ну, потому что он такой красивый и считается, что он царь зверей. А, точно, ты хочешь быть царицей зверей. Да. Я бы хотела превратиться в пуму, потому что она красивая очень, ну, мне нравится пума. В леопарда, потому что он быстро бегает. Отлично, давай пятерочку, ты молодец. А правильные ответы были у нас такие. Внимание на экран. Чтобы зубы точили всегда. Чтобы, почувствовать поверхность. Чтобы маскироваться, чтобы поймать, как это, пищу себе. Он так защищается. Коровам точно. Корова священное животное, я вспомнила, ничего. С вами была Даниэла Погремняк. Увидимся в следующем выпуске.